Привет, друзья! Сегодня на месте оператора. Оператор сегодня работает стоя. Он пришел для чего? Для того, чтобы удалить татуировку с пуза. Сейчас будет реклама. Я пошутил про рекламу, короче. Вот, просто я хотел, чтобы разнообразить ролики, типа я на другом месте. Там. Она уже была. А, да? Ладно. Привет, представься. Меня зовут Вадим. А у меня похмелье. Поздравляю тебя с этим. И, кстати, я вот сейчас вот знаешь, где нахожусь? Я сейчас нахожусь в отпуске, в Абхазии, в горах. Бухаю вкусную чачу, а видео это записано просто. Ладно, что ты хочешь делать? Сводить в эту хуйню. Ох, ничего себе, у тебя пузо больше, чем у меня. А почему ты хочешь сводить? Ты же его набивал, так радовался, ой, типа, как классно. Хотел забить, а денег нет. А вот ту историю, которую ты рассказывал, что раздеваешься и бабу не дают, правда? Да. Бля, чувак, да они тебе не поэтому не дают. Ладно, шутка была смешная, не очень. Камеру включай, пожалуйста. Ложись. Я не шучу. Вон бедный стол. Бедный я, блядь. Это смешно. Нет. Ну, кстати, удаляется. Что, больно? Да, нет, теперь. Сейчас, значит, больнее будешь. Спасибо. Слушай, ну, ты пахнешь как свинья. Не в плане, что это, а в плане просто, ну, запах свинятины. Вот, скажи, как у тебя ощущения вообще? Ну, ощущение то, что тебя после ебашит током. И что, нравится? Нормально. Потому что мощнее тогда сделаю? А я не оставляю так. Блин, ты какой-то вообще неинтересный. Скучный. Так как, друзья, мы хотим, чтобы вам нравился наш контент, мы хотим, чтобы вы смеялись, мы хотим, чтобы вы радовались. Вот, а он, короче, ну, клиент сегодня, типа, не прав вообще, и он никакой, и он не смешной, и не веселый. Я ему отстрелял нолик, он не показывает ни эмоций, не рассказывает ни интересности, ни ху чего. Поэтому сейчас мы убираем надпись ТЛТ, убираем один нолик. Ну, естественно, вы же понимаете, да, что это все бесплатно, опять же, делается. А, и оставляем 200. Вот, и здесь подпишем еще КГ. Тебе нравятся девушки? А ты как думаешь? Я тебя спрашиваю. Да. А почему тогда ты не девушка, девушка, девушка? Еще раз, я тебя немного не понимаю. Как ты не можешь понять? Я что, я просто с похмелья. Ну вот отвечай теперь. ТЛ? Интересно, что может значить ТЛ? Я просто думаю, как разнообразить ролик, кроме шуток, что ему не дают. Короче, он это, слишком скучный, и чтобы смешнее было, на, суй корицу в рот. Ну, по старой схеме, типа, во рту ее держишь, я в это время тебя стреляю. Как только выплевываешь или пыкаешь, то я просто тебе говорю, слушай, иди отсюда, ара. А то сейчас пойду в магазин, куплю еще перца, чеснока и говна какого-то на мешок. Хотя, мне кажется, ему так в кайф будет. Всю. О. Че, вкусно? Угу. Ну, держи. Ну и че, я вот так буду стрелять? Вот, провод короткий. Фу, воняет корицей. Ну, давай это. Это как? Мне смешно, когда так вылетает эта херня из пасти. Ой. Фу, блин. Блядь, чувак, отвернись, дыши в другую сторону. Фу,
не нашлась, это уже в корице. Ну, а ты так бежал, бежал, бежал. Да, я тебе продолжаю. А, блядь, вот насколько он извращенец. В прошлый раз он жрал блевотные коктейли, радовался. И еще говорит, ой, спасибо, хоть наелся. Там всякие кефиры, селедки. Теперь он, я ему говорю, выплевывай корицу. Мне, говорит, мне нравится, все хорошо. Говорит. Или у тебя суперспособность такая? Он посрал ртом. Ну еще, сплевывай, что тебе. Короче, надоел. А, я забыл, я просто хмелаш, я говорю. Плевострел. Дорогие друзья, спасибо за просмотр этого дерьма. Это супер контент. Следующий ролик будет гораздо интересней. А я пошел домой. Всех люблю, всем лайков, подписков. Там мне делайте, будьте добры, колокольчиков. Что надо таким дебилом быть? Кто бы говорил? Как не на мне написано, ты дебил. Дебил. Блин, от журчания вот этого ручейка у меня писать хочется. Ну все, выключай, оператор, пока. Я уже сказал. Пока.